Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Terminator Dark Fate Defiance, раз уж тебе игра нравится. Это единственная причина, почему игра выходит на канале, потому что она набирает просмотры, потому что ты ее смотришь. А мне игра не очень нравится, потому что она линейная, скриптовая, и в ней ноль реиграбельности. Я это могу утверждать, потому что я еще раз прошел первые три миссии, чтобы набрать максимальную армию, чтобы, как в прошлый раз в четвертой миссии, с двумя бойцами не проигрывать сразу. Так что я поперепроходил. И что могу сказать? Ну, вообще нету ничего, когда второй раз играешь. Уже знал, где будут танки, там заранее положил мины, уже знал, что надо будет вступать, заранее всех увел, просто в угол карты всех бойцов увел и несколько минут стоял, ждал, пока таймер тикнет. Это смешно выглядело, потому что они ведут там переговоры, мы тут держимся, мы всех обороняем, а уже никто ничего не держит, уже никто не стреляет, роботы просто медленно идут по пустой базе, а все стоят в углу. И поэтому удалось пройти без потерь практически. Ну, первый вообще без потерь, во второй одного грохнули, пока мне не передали отряд в управление, он там комп его вел, его завалили. А вот и в третий шестерых потеряли, и то один застрял в текстурах, пятерых там, да, где-то положили, и одну машину разнесли, то когда я ее бросил, комп в нее прыгнул, и его разнесли в ней. А так бы она стояла бы пустая, по ней бы терминаторы даже не стреляли. А, но самый большой облом в том, что я посмотрел, сколько дадут, если пропустить первые три миссии при старте кампании. А вот. И сколько дают? Два вот этих, всех по двух. А я вывел вообще практически всю базу, включая инженеров, включая вот эти взвода управления со звездочками. И их никого не дали. Раз, два и три. Вот дополнительный бонус, максимум, который можно вывести из третьей миссии. То есть, несмотря на вот эту всю скриптовость, а вернее даже из-за вот этой всей скриптовости, ты даже бойцов не получишь больше, чем положено. Ресурсов дали столько же, вот это все столько же, то же самое. То есть как бы хорошо третью миссию ты не прошел, не больше вот этого. Это, я считаю, несправедливо, потому что игра действительно сложная. Так, сейчас мы идем в четвертую миссию, вот в эту. В Абикио нам нужны припасы, потому что припасов фиг. А там, чтобы перезарядить снайперов, нужно 300 очков, а у нас всего 800. Вот. Так что нам нужны припасы. Мы туда идем за этими припасами. Стоит послать разведгруппу. Берем разведгруппу. Отправляем. Мы будем сейчас там бегать по четвертой миссии, которая наглухо состоит из диалогов. Писали в комментариях, что игра, сюжет рассказывает через вот это все. Да вопросов нет, пусть рассказывает. Просто ей надо было называться тогда не РТС, а квестом. И все. И можно было бы читать диалоги часами, погружаться в мир. Так, один этот можем взять и четыре отряда. Значит, сажаем танкистов, потому что в комментариях сказали, что можно танк угнать на поле и страйкер. А, берем снайперов. Так, кто поопытнее? 27. 29. Но эти совсем разряжены, поэтому вот этих берем. Пополнить. Готово. Танкистов взяли. Возьмем пехотку для боя. 20. 12. Вот этих пополним. И еще возьмем. А еще возьмем водителей, я думаю. Вот что мы еще возьмем. Потому что нужно же будет еще беттеру вести. Так, с водителей. Вот это, наверное, самые опытные водители. 48 набили. А они, видимо, сидели как раз в каком-то беттере. Может, кстати, их в экипаж пересадить лучше. Да, впрочем, не важно. Так, все, всех собрали, всех снарядили, погнали. Ты уже тут бывал? Никак нет, в такую даль ни один патруль не ходил. Нам нужно отыскать припасы. Да, нам нужно. Вы тут главный. Погнали. Ну, хорош крутиться, давай, погнали уже.
А что мы делаем? Бежим вперед. Вот сюда. Дайте вот перекресточку. А что вы не бежите вперед? А, паузу нажал. Бежим до перекресточка. Этот ставим хаммер вот там, потому что мы ждем триггер. Снайперов. Тоже вон туда куда-нибудь за деревья. Так. Вы ложитесь. Значит, это местные абрыганы, которые ходят тут, собирают, мародерствуют. Поэтому мы у них отжимаем тачку бесхозную. Они говорят, что она ничья, чуть-чуть побитая. Это вы побили нашу тачку. Нет, это не мы побили нашу тачку. Мы можем все вернуть. Конечно, все вернете. А можно у них еще и грузовик отобрать, но нафиг нам их грузовик. Вот ничейный мы заберем себе, поэтому гоните нашу тачку. Они говорят, что они ходят под Бальзана, это местный главный бандюган вооруженный, который тут всех пытается обжать, отжать у всех материальные ценности. И немножко он чуданут, и он думает, что роботы его не прибьют, если он вместе с роботами уничтожит движенцев. А движенцы — это те, кто борется тоже с Легионом. Вот, естественно, мы так не думаем. Поэтому мы сейчас все это быстро побеседуем, чтобы появились все эти квесты, все эти вопросики на карте. Все, чешите. Они предлагают нам работу. Работа будет заключаться в том, что нужно движенцев уничтожить. Конечно же, мы не станем этой чушью заниматься. Все, так, они валят. Этих водителей кидаем в машинку и ждем. Так, снайпера, ложись. Камер готов. А мы ждем триггер, потому что тыл сейчас забегут роботы. А вот, эту ремонтируем. Пока что ремонтируемся. Фургончик свежеобжатый. Так, ну вот волк Легиона. Ну все, триггер отработал. Можем ехать. Все, поехали отсюда. Значит, сейчас нам нужно ехать к следующему персонажу. Нифига там в Хаммер столько народу не влазит, сколько в маленький фургончик. Земля трясется. Мы едем сюда. Кстати, что-то сейчас не появилось. Вроде все назвал. Все вроде нажал варианты ответов. В прошлый раз было, в этот раз что-то нет. Тут еще один персонаж-страдалец. У него жену, он думает, похитили легионцы. Поэтому всем дает фотки, всем дает рации. Вот. И кругом он наставил датчиков. Сейчас мы с ним тоже все это пробеседуем, поговорим. Он говорит, что на север вроде угнали, но мы сами с севера, ее там не было. У него есть план, как бороться. Мы ему предлагаем вместе бороться. Он говорит, что его план самый лучший, поэтому мы ему нафиг не нужны. Но он даст нам доступ к своим камерам. И мы сможем сейчас на карте видеть всех роботов. Вот мы и видим всех роботов. Легион готовит крупную операцию в этом регионе, а еще не отрезали нам путь отхода в лагерь. Тут мы, кстати, в прошлый раз бились, тут меня в тот раз и положили. Но сейчас, причем я думал, что я в третьей миссии соберу армию, приду на этот холм и всех расфигарю. Все равно не дали армию-то на миссию привести, только маленький отряд. Но маленький отряд побольше, чем в прошлый раз был, мне кажется. Так, а то, может быть, еще сейчас удастся восстановить как-нибудь танк заранее собрать. Может и нет. Узнаем про припасы. Он нам говорит, что движение борется с легионом, подружитесь с ними, и все будет. Может, не будет, но может и будет. Все, хорош болтать. Значит, мы теперь едем вот сюда. Сюда, может быть, утащим даже тут фургон. Но... Даже, наверное, вот тут сюда вот едем аккуратненько, в лесочек. Надо так разместиться, потому что тут тоже будут триггеры вот отсюда, триггеры вот отсюда. А, в тот раз я все это показывал, как мы тут бились с ними. Сейчас еще раз сделаем. Только поаккуратней. Так.
А, ладно, ставим вот сюда. Камер. Здесь не слишком близко. Может, вот сюда даже. Чуть-чуть. Здесь заросли будут прикрывать нас. Блин, а тут этот мешать. Да вот по этой дороге, потом по той дороге. Ну давай, ладно, вот так вот. Воткнем хаммер. А этот вот тут оставим грузовичонок. Высадку десанта. Ой, блин, триггернул диалог. Ладно. Они, значит, движенцы, думают, что мы мусорщики. Мы говорим, что мы не мусорщики. Они говорят, что бегут роботы. Уходите. А мы говорим, нет, мы сами будем вместе с вами биться. Они говорят, ладно, бейтесь с нами. Поэтому мы тащим бойчин сюда. Тащим бойчин вот туда. Хаммер что-то не хочет нарбиться. Ладно, я надеюсь, снайпер. А, снайпер нормально бьет. Ложись. И ты ложись. Все, все залегли, снайпера работают. Есть. И хаммер тоже работает. Еще один остался. Никто не может попасть. Все, попали. Отлично, все, мы с этими подружились. Они уезжают, а нам нужно подцепить грузовичок. Не то, чтобы он мне понравился. В прошлый раз такой, как бы, больше бесполезный, чем полезный. Ну, цепляйся. Не пойму, что ты не цепляешься. Подремонтироваться, что ли, сначала? Скорее, 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 сейчас второй триггер будет. Так, цепляем. О, есть, цепляем. Оп, давай, сдавай назад. Скорей, скорей. Опять такая же дичь, как в тот раз. Точно так же его раскорячивало. Так, все, отходим. Вон они идут. Собак не видать. Вот это бы, конечно, бы упереть пушку, но так близко мы не подойдем. Поехали. Они идут, ребята. Валим, валим. Вон они, собаки. Собаки бегут уже. Прыг, прыг. А собаки за нами бегут. Нет, не бегут. Нет, бегут. Оттаскиваем собак. Камера, разворачивай жало. Поворачивай борт. Быстрее борт поворачивай. Стреляйте, стреляйте. Снайпера, выскакивайте. Поздно. Не выскакивайте. Да все, уже не выскакивайте, пока вы выскочили, ё-моё. Все, ремонтируем всю фигню. Там отремонтируют, тут отремонтировали. И уматываем отсюда. Так, значит, дальше. А дальше мы можем поехать. Давай паузу тормознем, а то еще какие-то морды крадутся. А они перешли уже, да, бережок? Речечку перешли. Не, ну можно с ними сейчас... Смотри. Может, и не нужно с ними. Если они будут в поле, а мы вон там сейчас засядем, а мы можем перещелкать их, снайпера будут нормально их гасить. Можно, кстати, попытаться заныкаться вот тут и снайперами фигачить. А здесь кто живет? Командир движения тут живет или не тут? Нет, вон там живет командир движения. Механик Гарри. Так, здесь механик Гарри, а вон там... Старейшина. Движение, блин. Вот сверху там поле, как раз. Вон там должно быть поле. Но хочется попробовать снайперами спрятаться, порастреливать. Не знаю, правда. Могут?
не смогут. Ладно, сейчас попробуем. Вон там сейчас спрячемся. Так, с водителя в фургоне. Просто пусть уматывают. Хаммер. Ставим вот сюда. Грузовик тоже увозим вон туда. Потому что он не очень крепкий, но... Мы лучше тут лежа сейчас попробуем лечь. Бум-бум-бум-бум, все сломали. Идут. Идут. Может, просто снайперами сейчас набежим. Бойцов, высадка снайперов. Бойцов. Ваночку эти здесь, за кустами. А снайперами попробуем. Он оттуда откуда подкрасться сейчас. А чё вы не хотите бежать-то? А, потому что я не взял палку, понятно. Так, и грузовичок пусть там стоит. Водитель. Ложитесь. Так, вы не стойте. А вот тут вот с холма залезем. Бегом, бегом, бегом. Вроде снайпера просто нормально так пробивают противника, то есть одного раза они смогут лупить. Этим пока надо дать приказ не стрелять, чтобы они раньше времени себя не спалили. Хотя тут можно переключить щит, режим засады. Режим засады вот так просто переключим. Пусть стреляют, но в режиме засады. Это неплохо было бы в линию выстроиться. Сможете на эту гору залезть, а, парни? Скорей, скорей. Так, эти в полоску вытянулись? Да, в полоску вытянулись, отлично. Не могут они залезть на эту штуку. Ложись в атаку. Ну, скорее, скорее. Ну. Никого снайперов не успели. Слишком долго я вел их на позицию. Никого в итоге они не успели зафигачить. Так, а можно ли украсть пулеметик? А, я в прошлый раз пробовал. И получилось украсть пулеметик. Все, тогда чешем дальше. Отличная засада. Еще идут, нет? Вот, еще ходят туда-сюда. Но в нашу сторону не идут, поэтому пакуемся, едем дальше. Так, тут включаем. Так. И тут включаем тоже так. Нам нужен командир движения. А что грузовик опять сломан? Нет? Нет, не сломанный. Командир движения, чтобы узнать, что нужно напасть вон туда. Командир движения тут. Не хочу далеко ехать. Тут старейшина. Поехали вон к старейшине, на хаммере сгоняем. Может, зря даже засаду разобрал. Может быть, надо было оставить их дальше тут. Пусть сидели бы, вдруг кого черт принесет. Но я, может быть, по мини-карте успею увидеть. Хотя, может, и не успею. Я на мини-карту не часто смотрю. Она далеко все-таки от центра экрана. А я сижу близко, поэтому не попадает в обзор. Так, вы это что такое? Закрыть люк. О! Прикольно, есть кнопка закрыть люк. Здесь. Туда я, по-моему, не приезжал в прошлый раз. Поэтому вот эту историю я не могу предсказать.
Он думает, что Бальзан нас прислал. Вы заодно с движенцами. Бальзан строго наказал не иметь с вами дел. Уходите, пока вас не обнаружил. Мы не с движением, нам нужны припасы. Припасы есть лишь у Бальзана и движенцев. Первый забирает у нас все маломальски ценное. Еще тут неподалеку база легиона. Поэтому мы прячемся под землей, умираем с голоду, но зато хоть живые. Поблизости есть этот самый аванпост. Да, конечно, есть. Мы уже видели на карте. Вот опять же, да, вот эти скриптовые диалоги вообще никак не влияют на того, что происходит в игре. У них нет оружия. Это из-за движенцев, которые сеют смуту. У кого есть оружие? Попытайте удачу с торговцем. Бальзан обычно сбывал весь мусор. Есть рации? Вот возьмите эти, а то психконды всем раздает. Говорит, легион не может ни отследить их, ни прослушать. Все, отлично. Новый. Так. Новый квест. Теперь едем вон туда. Там какая-то движуха, я надеюсь, не в нашу сторону. Нет, мы успели уехать. А это Гарри, а это торговец, да? Ну, по пути к торговцу. Так, а нет, вон они пересекли реку. Они идут к нам. Стоять. Они по этой стороне идут, нет? На ту сторону ушли. И пропали с радаром, слушай. Опа, к торговцу мы прилезли, пока я рассматривал, куда они пошли. Так, мы не от Бальзана, что пришли, нам нужны припасы, у меня ничего нет. Что ты хочешь взамен? Транспорт, чтобы звались. Так, когда будете мне новый, я дам вам оружие. Хорошо. Ну, собственно, у нас же есть уже фургон. Сейчас мы тебе отдадим. Где наш беспонтовый фургончик? Хотя мы... Ну, мы будем там все сидеть, ладно. Так, на, фургон. Передать фургон. Отлично. Сейчас выполним квест с фургоном. Меня волнуют эти волки. Как бы они сейчас не вынырнули где-нибудь тут. А у нас все заряжены. Так, на, фургон. Нашли фургон. Да, вот, забирай. Где мое оружие? В ящиках за домом. Спасибо за фургон. Пойду собирать свои пожитки, а потом свалю. Давай. Так, а эти в хаммер-то влезут, парни, а то им сейчас придется своим ходом. Возьмите этих идиотов с собой, не хочу быть причастным к вашим делам. Только усугубите ситуацию с легионом или Бальзаном. А, ну можно на Бальзана, кстати, напасть. Новобранцы. Где новобранцы-то наши? О, новый юнит. Так, что это такое? Что это такое? РПГ-отряд. 16 РПГ. Хорош. А ты кто такой? Ополченцы. Космос 2. 5.56. Понятно. АР-15 против пехоты. Так, ну что ж, получили два отрядика. В прошлый раз не получали. И на том спасибо. Можно этих посадить в хаммер к себе? Парняк. Есть, парняк посадили. Новобранцев получили. А дальше? Какой дальше квест? Уничтожьте пост легиона. Ну, пост легиона будем в конце уничтожать, только не раньше. Так, это командир... А, это Гарри. Ну, поехали с Гарри еще. Побазарим с Гарри. Может, Гарри что, тоже нам скажет, интересно. А что не едешь? А, пауза. Забыл паузу. Едем. Едем в соседнее село. Так, вон там кто-то трется. Нет, это не волки. Куда же волки делись? Волки позорные. Давай, Гарри, поговори с нами. Ну, отлично, снова мусорщики. Мне сообщили, что ты механик. У тебя есть подземный лифт, который ведет в тайное убежище. Не понимаю, о чем ты говоришь. Лучше уходите.
Ну ладно, снова мусорщики. Мы не мусорщики. Ага, так бы сказали мусорщики. Идите, куда шли. Понятно, какой ты не это, не дружелюбный чел. Ну и фиг с тобой. Тут что? Лагерь. Это нам вот туда надо сейчас ехать. Ну, поехали туда. Идем, с этой стороны сейчас обидим. Давай, давай, не останавливайся. Этих пока бросим тут. Пусть тусуются. Че, нам всех гонять туда-сюда? Может, конечно, скучно как-то. Это территория движения. Ни шагу дальше стрелять буду. Нам нужны ваши припасы. Не дергайтесь, и мы возьмем их по-тихому. Открывать движение. Ну нет, конечно, мы не будем так делать. Маг говорил, что расскажет про вас нашему командиру. Вашему командиру. А, это про вас он говорил. Ладно, проходите тогда. Тогда командир вас ждет. Отлично. Здорово, командир. Вы учредители? Остатки армии США. Прошу прощения за неточность. Простите вас. Любого, кто готов биться с машинами, особенно здесь. Мы здесь недавно, движемся с миссией на юг, рады найти союзников по эту сторону баррикад. Приятно слышать, лейтенант. Мы сюда тоже не так давно пришли, пытаемся продержаться, пока ждем подкрепления. Силы движения заняты боями на юге в Альбукерке. Понятия не имею, когда они смогут выслать подкрепление. Тогда, похоже, с проблемой. Мы обнаружили следы тяжело вооруженных машин Легиона, и это только начало. Проклятые хромы уже нападали на мои патрули и отрезали нас от дорог. Мы тут застряли. Теперь ясно почему. Тогда стоит взять инициативу в свои руки, атакуйте их первыми, пока они не готовы. Если б я мог, но в моей команде одни новички, это выжившие гражданские, которые еще пару месяцев назад прятались в развалинах. Мне нужны настоящие бойцы и хорошо вооруженные, как вы. Тогда мы готовы помочь. Нападем на регион вместе, отлично. Так, местный старейшина попросил уничтожить. Ну, в принципе, наверное, все. Хотелось бы, конечно, танк хапнуть, но я не знаю, как это сделать. А, ну можно напасть на этих. Ну их там много, на самом деле, вон же видно по карте. А, надо что-нибудь ответить, да. Сейчас нажмешь сразу, как триггернет. Сообщу, как только подумаю, придумаю. Ну ладно. Поступим, так и поступим. Только смотри, не ломись туда сразу. Что он сказал? Тебе самому не спросить. Вы только не забывайте, что мне стоит опыт, он очень напуган. Мы направляемся на базу. Да, давай. Мне нравится, как вы идете дела. Я сам бывший военный, прекрасно понимаю, что не хватает людей с дисциплиной и опытом. Хочешь мочить жестяна? Тогда ты обратился по адресу. Предлагайте присоединиться? Конечно. Что ж, ладно, считайте, что у вас на одного набранца больше. О, прикольно. Не уверен, что стоит лишать их неопытных бойцов. Основатели должны быть сильными, это самое главное. Так, и что надо сделать? А, он все-таки с нами, да? Да, он с нами, прикольно. Ремонтируй тачку тогда свою, битую. А что так плохо отремонтировал? Еще раз ремонтируй. Все, отремонтировал. Хорошо, давай, за нами. Значит, давай паузу нажмем и посмотрим. А, вот тут поле это, где там брыдля. А, тут должен где-то танк, хотя может быть не танк, хотя может быть речь про брыдлю про это шло как раз. Но это не точно. Топливозаправщик, он с топливом, нет? Или не с топливом? Вот, а тут вот эти черти бандитские. Вот они стоят. То есть их как бы немало. Мы, конечно, можем подкрасться снайперами, они же не роботы. Снайперами их всех перебить. Найдите припасы. Вот, а можно к ним прийти, они скажут, что идите, движение уничтожьте, мы у них все заберем. Но это, конечно, полная фигня. А так мы делать не будем. И не хотелось бы, конечно, и людей истреблять.
Вот, наверное, танк. Нет, это не танк, это... САУ. А вот танк. Но это фиговый какой-то танк. Что-то фиговые они танки-то. Где тут танк найти нормальный? Не видать нормальный танк. Ладно, я видел ачивку. В ачивке написано: уничтожьте всех роботов на этой карте. Но тут тяжелые. Блин, тут вообще какие-то очень тяжелые. У нас есть, правда, РПГ. Тут еще один тяжелый. И надо вот это разнести все дело. Тут еще два. Ну, наверное, попробуем тогда. Сейчас осмотримся, с какой стороны это лучше. В прошлый раз я подъезжал отсюда, они спускались и разнесли мой броневичок. Вот какие-то руинки, в которых можно подныкаться. Наверное, с этой стороны. А, ну, кстати, тут вообще ближний свет. Тащим тогда этих деятелей сюда. Они к нам пойдут, а мы их сбоку. Потому что роботы такие тут всегда по прямой ходят, не прячутся, не маневрируют, просто идут по прямой. Мы сбоку встать и нашпиговать РПГшками по вот этим двум. Куда-нибудь отсюда. Снайперов тоже куда-нибудь на фланге закинуть. Тут пехоту посадить в руины. Все, тащим тогда всю свою братву. Туда куда-нибудь. Братва. Так, хотя давай лучше вот сюда, а то сейчас братва триггернется, как грузовик здесь разгрузим. Все, всех собираем. А ты куда поехал? Стой. То сейчас лишнее движение сделаем на центр, и скажу, что в атаку, как все побегут, блин, и всех перебьют, а мы еще не дождаешься своих подкреплений. Сейчас тащим их. Тут разгрузимся и пойдем. Тут как раз ничего и нет. А, ну там далеко. Смотрю, как вот... Ну, за деревьями, наверное, хотя вот, может быть, вот здесь бэмс. Далековато будет. Ну, лупануть их, оттянуть и... Вот отсюда побынькать по ним. Отсюда. Так, выгружаемся. Высадка. Камере танкисты и водители, да? Танкистов высадим. Пусть нафиг остаются. Так, не те. Стой. А водители пусть едут, а танкисты пусть тут сидят. Толку с этих танкистов немного. А вот эта шальная пуля достанет. Будет печалька. А то мне писали, ты так относишься плохо к бойцам. Да не отношусь я плохо. У меня просто не получалось, потому что... Игра потому что трудная, и меня там мочили. Первый раз. А теперь, опять же, по триггерам несложно. Сейчас будет новая операция. Может быть и сложно будет. Так, все, потихоньку вперед. Выдвигаемся. Этих оставляем, этих забираем. Бум. Чего ты все ломаешь, едешь? Так, и вот этот тоже крендель едет с нами. Все, собрали всех, всю свою крендель-базу. Будем выдвигаться. А в следующей серии будем выдвигаться. Он, кстати, собаки уже бегут, давай тормознем. В следующей серии будем выдвигаться. А может даже переждем сейчас собачатины выползут куда-нибудь. Где-нибудь тут перещелкаем. До того, как вся эта шабла на нас двинет. А может быть, они сагрятся. Но, значит, как вот так вот сейчас будем заходить. Собаки бегут куда-то. Куда делись-то? Вот они. Куда-то вот сюда, поэтому вот тут, если затаиться снайперами и пехотой, мы их, я думаю, расфигачим без потерь. Но в следующий раз. Так что подписывайся на канал, нажимай колокольчик, если тебе нравится эта игра. Вот.
Если не хочешь пропускать новые серии, новые разные игры, то колокольчик, колокольчик, колокольчик. Пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр и пока.